Всем привет, дорогие друзья, с вами Вось. Я думаю, самое время, чтобы начать новый блог. Поехали. Короче, я тут пока делаю уроки, и, в общем, сейчас мы отправляемся на улицу. Будем наблюдать супер кровавую луну, которая происходит не так уж часто, и следующая будет в 2033 году. Вы, наверное, многие уже видели где-нибудь там в ВК. Ну что, ладно, пойдем. В общем, я думаю, то, что будет здорово. Короче, должна быть полная красная луна, но она пока не красная, а только вот левая часть, короче, затемнела немного из-за того, что солнечные лучи были блокированы землей. И, в общем, я не знаю, сейчас, может быть, стоит нам прогуляться немного дальше или... А черт его знает, я даже не знаю, куда идти. Вау! Офигенно! Камера, конечно, убогая, но вроде бы что-то туда получается. Мы недавно посмотрели на кровавую супер луну, которая была, ну, там будут кое-какие-то кадры. В общем, сейчас мы сидим, заканчиваем домашнюю работу, конкретно я. И сейчас уже 12:35 на часах, вот, вы можете заметить. И я не знаю, что они здесь делают, они мне уроки помогают делать. Вот, видите, до сих пор, я не знаю, вот здесь вообще... Yeah. Yeah. Короче, мне так повезло, походу, постоянно под моим окном какие-то там, я не знаю, доктора подъезжают всякие, постоянно какие-то пожарные машины, скорая помощь, там подъезжают копы, там вот стоят еще где-то там, в общем, постоянно кто-то умирает, кто-то там себя поджигает, но это нормально, это колледж, здесь всегда так происходит, правда, вот когда я сплю там наверху, не всегда это все меня радует, еще и звук, когда это вообще жесть просто. В общем, ладно, я сейчас попробую закончить свое домашнее задание. Надеюсь, у меня получится. Я не знаю, что это такое. Вот дебилы, блин. Это нормально, это пойдет. Фак. Короче, только что кого-то с нашего третьего этажа подняли. Ну, то есть, как сказать, подняли. Опустили, и он уже в отключке. Я не знаю, то ли он набухался, то ли что с ним случилось. Вообще, короче, не в состоянии сейчас. Его грузят в скорую помощь. Это нормально, это колледж. Тут обычно все так и происходит, поэтому ничего необычного здесь нет. Вот пить не умеют, придурки, а пьют почему-то. А вот зачем они пьют, если не умеют? Какой-то мудак подошел, начал меня снимать. Нахрена тогда пить, если вот так вот потом позорно увозят? Все примерно как-то так. How do you connect printer to computer? That's true. For his vlog. America! No, fuck America. Go Russia. Yeah, boy! Stop recording shit. Ah. Fuck you, alright? Fuck you, alright? Get Shut the fuck up. I have class. Up, I have right? class. I have fucking class at 8. Shit. And yes, shut the fuck up. Shut the fuck oh up. Oh my god. Get up! You get up! You dumb fuck. Could you fucking turn off? I have class at 8. Yeah, alright. Alright. Get up. Ну и денек. Я только проснулся. И сейчас уже 9:21 вечера.
Почему у меня лицо неровное на камере, а? Короче, сегодня вообще какой-то такой мерзкий день. Сегодня школа была целый день, и весь в делах школьных был, поэтому ничего особого не было. Ну, было что, но, блин, камеры не было, как всегда. И вы даже не представляете, каким способом я записываю это все. Это все выглядит настолько смешно. Слишком смешно, чтобы быть серьезным. Ну, короче, мне кажется, то, что стоит продолжать, и у меня забрали камеру, но мне кажется, это хорошо, потому что теперь мне не стоит вообще держать ее, и вообще, я не знаю, что они там делают, что-то пытаются. О, боже мой, какие-то наркоманы. В общем, короче, да, у нас здесь все весело. Наркоманы, блядь. О, май гад. Я забыл то, что он тоже по-русски говорит. Ладно, Кайл, стой на месте. Мне еще уроки надо делать, сейчас 12, короче, 16, это поздно, это жизнь в колледже, это нормально. Смотрите, я, кстати, читаю «Мертвые души». Я «Мертвые души», честное слово, не читал. И сейчас первый раз, когда я читаю. Еще один безумный день, как всегда. Я только что пытался писать музыку в FL Studio. Вот там, в общем, и... Ну, вроде бы интересно. Мне нравится, если честно. Мне вообще нравится. Такое можно вообще понаделать. Главное, чтобы был опыт и знания. Ну и креативный, собственно. А сейчас я хочу пойти поесть. Но все эти мрази там, они, короче... В общем, они сидят и играют, а я работаю, короче, каждый день. Такое ощущение, у меня сейчас такой возраст и такое время настало, когда мне кажется, то, что мне время прям поджимает. Прям на самом деле поджимает. Мне уже столько лет, я ничего не добился. Это очень печально. И камера почему-то приближает мое лицо, как будто это что-то эпичное сейчас будет. Мне кажется, вообще не стоит не терять никакого времени. Надо работать, надо пахать, надо что-то делать. Ну, не в плане там физического труда, а в плане каких-либо различных дел. Хобби и так далее. Я думаю, в скором времени, может, на неделе, заказать себе диджей-миксер, который вы видели. Это на самом деле был не мой, я просто у одного парня, получается, заимствовал его на несколько дней. Мне он очень понравился, и вообще это все, по сути, очень здорово. Также хочется уже поскорее выпустить свою первую музыку. У меня знания, конечно, не такие, чтобы я прям сейчас все сделал профессионально, но я постепенно учу, и главное, что мне это нравится, и главное, что у меня есть желание. Вот это самое главное. Может быть, что-нибудь под Новый год, да и получится. Ну, черт его знает. Смотря от того, как я быстро этому всему выучусь. А, в общем, я устал, короче. У меня сейчас вялое настроение, не знаю. Погода вообще мерзкая, смотрите. В общем, дождь постоянно, целую неделю дождь шел. И сейчас все когда пасмурно и ветрено, очень ветрено. Мне, если честно, эта погода прям Москву напомнила. Те, кто не видели, вот так примерно выглядит комната. Это моя кровать, я ее попросил, чтобы мне ее приподняли, чтобы я засунул туда, получается, стол со шкафом. Ну, чтобы более-менее как-то место, получается, освободить. И освободить нашу основную комнату, где все сейчас сидели и тусовались. Этот стол мы взяли с основной комнаты, потому что он там стоял какого-то... вот от черта, и приставили сюда. Ну вот, в принципе, и все. Больше вроде бы никак больше не показать. У меня, если честно, с окна просто замечательный вид, короче, прорисовывается. Если вы видите, конечно, через камеру это не очень, но там далеко-далеко ночью, когда я засыпаю, я вижу эту башню, и она горит постоянно. И это все горит, и фонари, и, в общем, там улица горит. В общем, замечательно какие-то люди. Давайте попробуем приблизить. Вот это зум, вот это охрененный зум, смотрите, боже мой. В общем, да, примерно все как-то так. И тут есть, короче, один пацан, который, узнав, что я немножко знаменит на ютубе, короче, начал меня просить, чтобы я его на камеру заснял. Let's go! Короче, я не хочу с ними общаться вообще, как-то мне не нравится с ними общаться в последнее время. Они меня расстроили кое-чем, но это ладно. Вообще вялое настроение.